10 октября Павел Коньков досрочно сложил полномочия губернатора Ивановской области. Его место занял Станислав Воскресенский. Вот уже неделю он возглавляет регион. Мы распечатали фотографии главных ивановских политиков и спросили у жителей города, знают ли они их в лицо. Постоянные телезрители канала РТВ, скорее всего, узнают ивановский эстеблишмент. Вот исполняющий обязанности губернатора Станислав Воскресенский, это экс-губернатор Павел Коньков, мэр города Иваново Владимир Шарыпов и спикер областной думы Виктор Смирнов. Знаете этого человека? Да. Кто это? Наш новый губернатор. Как его зовут? К сожалению, не могу сказать. Скажите, а это кто? Я знаю, что это Шарыпов. И кто он? Какая у него должность? Не могу сказать. Вы знаете, кто этот человек? Нет. Кто же нет? Нет. Коньков. А кто он? Губернатор. Он сейчас действующий губернатор ведь? Да. Я не разбираюсь в политике, простите. Ну, пожалуйста. Посмотрите, может быть. Вы никого из них не знаете? Нет. Кто это? Не знаю, честно. И последняя фотография. Вы никого из них не знаете. Как выяснилось, молодое поколение с политической элитой знакомо плохо. Некоторые лица узнают, в памяти всплывают отдельные фамилии, но вот связать должность, внешность и имя чиновника получается не у всех. А это кто? Ну, тоже нет. Ну, что-то из наших новых губернаторов, да? Ну, и это кто? Этот знаю. Кто это? Коньков Павел. А кто он? Наш бывший губернатор города Иваново. Вы знаете, кто этот человек? Нет. Смотрите, а это кто? Ну, знаю Конькова. А кто он? Ну, губернатор области. Бывший. А это кто? Не знаю. Остальных ничего не знаю, даже не спрашиваю. И этого? Человека вы тоже не знаете? Нет. А, ну, лица знаю, так, мелькают. Вы знаете, кто этот человек? Нет, понятия не имею. А кто это? Понятия. Ну, это, по-моему, наш мэр. Как его зовут? Не знаю. Я новости вообще не смотрю. А это кто? Понятия не имею. И последняя фотография? Нет. Кто это? По-моему. Да, а кто он? Губернатор, бывший уже. Вы знаете, кто этот человек? Нет. А вот этот вот, кто этот человек? Может быть, вот этот? Ну, этого все знают. Кто коня. Это? Коня. Он Коньков. Кто? Коньков. Так, а это? Не знаю. Промежуточным лидером узнаваемости в нашем рейтинге стал экс-губернатор Павел Алексеевич Коньков. Большинство горожан узнали главу региона в отставке и даже вспомнили, что он оставил должность около недели тому назад. Лучший результат узнаваемости – 3 из 4. Вот. О, это Вознесенский. Да. Вот это Воскресенский. Воскресенский наш губернатор. Да. Новый. А вы знаете, когда его выбрали? Недавно. А его выбрали или назначили? Назначил. Это я слышала по телевизору. Это вот не Смирнов? Да, действительно. А и это? Это Коньков. Спикера областной думы Виктора Смирнова узнали один раз из более чем 20 опрошенных. Медийность местного парламента явно не дотягивает до уровня федеральных коллег. Впрочем, знать политиков в лицо – это одно, а рассуждать о том, почему текстильный край не обошла стороной губернаторская чистка – совсем другое. А как вы считаете, почему он сложил свои полномочия? Коррупция. Что с коррупцией? Не знаю, Мень вот с коррупцией боролся, у него была активная гражданская позиция, он прямо пресекал это все, а Коньков нет. Ну, за все хорошее. Возможно, за какие-нибудь... Очень много дел уголовных было из его команды, возможно, с этим связано. Вот губернатор Коньков, как вы считаете, почему он сложил свои полномочия? Наверное, не справился. Высшим властям, наверное, это виднее, почему он не справился. Ну... Во всяком случае, он ушел не по собственному желанию, это мнение народа. У руля текстильного края Павел Коньков провел 4 года. В августе политическое исследовательское агентство опубликовало рейтинг влиятельности губернаторов. Наш занял последнее, 85-е место. Что касается главы областного центра Владимира Шарыпова, то он в рейтинге 16-го года также в аутсайдерах. 78-я строчка из 88. Будем надеяться, что у Станислава Воскресенского набрать рейтинг получится. Это наши... руководители, которых никто не знает. Спасибо. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.